Итак, еще раз мы сейчас подключились второй раз, потому что первый раз, не пойму, было... Зависло немножечко так. Ну вот сейчас, мне кажется, что все в порядке. Итак, ну вот даже нам тут сердечко полетело. Итак, девчонки, здравствуйте. Сегодня у нас четверг. Хоть и начались маленькие заминочки, но я думаю, что мы сейчас с вами включимся в работу. Все будет у нас хорошо. Значит, мы, как обычно, встречаемся по четвергам в 2 часа дня, да, тут с небольшим, конечно, с минутками уже набежавшими. Значит, с вами сегодня на связи я, Наталья Коклюгина, я инструктор, живой работаю в городе Ростове-на-Дону, работаю в школе Екатерины Мирошниченко. Вот, и, значит, мы с вами обычно как бы, ну, по расписанию, скажем так, назначенному, чтобы было всем удобно смотреть то прямые эфиры в Инстаграме Екатерины Николаевны Мирошниченко, то вот ВКонтакте. Вот, и, значит, мы с вами, как бы, делаем дизайны, которые, как бы, не требуют особых никаких, вот, скажем, даже материальных, может быть, даже где-то вмешательств, ну, и физических, тем более. Значит, мы с вами делаем быстрые дизайны. Значит, ну, сегодня тема, сегодня тема у нас про мрамор, золото, золотой мрамор и так далее. И я вот вам, как бы, подготовила несколько вариантов. Сейчас я буквально попытаюсь, у меня тут маленькая загвоздочка, сейчас я... Ой, 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 так, и мы на месте. На месте, слава богу. Так, сейчас мы поставим камеру. Чуть-чуть ниже ее опустим. Так. Вот, так вот. И продолжим разговор. Я надеюсь, вы меня поддержите кто-нибудь буквально, хоть какую-нибудь там, можете даже грустный смайлик послать, но я зато буду знать, что я, меня слышно, потому что немножечко, вот, спасибо большое. Итак, девчат, значит, сегодня, <coughs> ну, я показала, что мы будем делать, я покажу, как я это делала. Я сегодня готовилась к эфиру, и мне нужно было, как бы, конечно же, конкретику там взять в работу, потому что незаслуженно, совсем-совсем незаслуженно забыли прекрасный вот такой вот слайдер, который можно как раз-таки отнести к теме мрамора. Смотрите, вот я уже как бы несколько вариантов сделала и хотела вам напомнить об этом. Этот вариант, он вышел уже довольно-таки длительное время назад. Сейчас я взяла каталог в руки. Хочу показать в каталоге этот вариант слайдера. Мы почему-то как-то обошли и как-то не применили. Как-то не применили. Стоит он 160 рублей всего. И смотрите, вот он, в каталоге. Видите, вот он. Значит, 116, 116 слайдер «Мрамор и золото». А тема у нас такая мраморная и как раз-таки с золотым свечением. И я подумала, что как раз-таки вот такой вот слайдер, если он у вас есть, вот, хорошо. Если нет, можно, как раз-таки, э, взять его в работу. И очень прикольно, получается, дизайн и варианта. Не просто банально, мрамор там по мокрому э, топу поводили, гель-лаком по разводике поделали, а плюс еще добавили какую-то красоты. Вот, и я взяла, как раз-таки, 116 мрамор золото. Слайдер. Вот, смотрите, какой он красивый. С такими золотыми вставочками, видите? Вот и кусочками там какими-то такими разводами, кусочками, э, значит розовенькими какими-то, да, персиковыми розовенькими, даже темно-зелеными, очень прикольный такой слайдер получился. И как раз-таки добавлю его сегодня к нашему, <звык> э, сегодня добавлю к нашему мрамору. Значит фон фон можно в принципе сделать любые из любых цветов. Значит, ну я вам предлагаю, ну конечно же белый, да, белый запросто может подойти нам 001, конечно же, черный. Да, 30 номер, значит, гля, этот, э, черный глянец, да, номер 30, белый, черный. Ну, а также хорошо как раз-таки подходит э, к этим дизайнам, э, значит, коллекция перелетная птичка, да, коллекция перелетная птичка, гирлочки, и можно взять, например, ориентируясь на цвет слайдера, который мы, да, конкретно сегодня будем использовать в работе, а тут как раз-таки может быть розовый фон, персиковый фон, да, ну, белый, черный мы уже говорили. Ну, а если мы говорим про персиковый, 469. Если мы говорим про розовый, то это как раз-таки 468. Можно, в принципе, сделать на любом, на самом деле, фоне. И плохо совершенно не будет. Можно попробовать сделать просто на какой-нибудь, на цвете камуфляжа, да, там какую-нибудь камуфлирующую базу взять в работу. Так, значит, что нам еще потребуется? Нам потребуется с вами фольга, ну, золотая, да, раз уж у нас тема про золото, поэтому, конечно же, фольга золотая. Хотя, в принципе, можно и в серебре сделать. Так, что еще нам потребуется? М -м 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 -м, ну, конечно же, вспомогательные материалы по типу теклас, по типу слайдер топ. Так, теклас, слайдер топ. Все это приготовим рядышком с собой, положим. Так, ножнички, конечно же, водичка в коробочке, салфеточка мокрая. Ну и потихонечку поедем. Я сегодня э, не прикрепила их никуда, надо, конечно, прикрепить, чтобы удобнее было. Смотрите, как прикольно. Я сначала, когда начала делать, думаю, о боже, что же придумать такого необычного? И как-то так пошло, 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 и получилось даже очень, даже ничего. Но я потом попозже поставлю поближе на экран, чтобы можно было сфотографировать. Ну а пока оденем перчаточку. Добрый день, добрый день. Здравствуйте, все слышно. Наталья написала Ирина. Э -э, здравствуйте. Привет, девчонки. Значит, ну потихонечку начнем. Ну, опять же, мы делаем скоростной дизайн, поэтому и мрамор, который мы будем с вами делать, сейчас будем делать, конечно же, быстро. У нас уже были неоднократно посвящены при, это, в прямом эфире. Мы уже говорили про мрамор, э -э, значит, неоднократно. Ну и тем не менее продолжим эту тему. Почему бы и нет? Так, нам нужно будет какая-нибудь штучка развести гирлочок. Ну, а пока, а пока давайте сделаем какой-нибудь фон. Ну, я уже даже делала и белый, и черный, и персиковый, и розовый. В принципе, можно что-нибудь чем-нибудь смешать. Так, ну давайте сделаем какой-нибудь, не знаю, давайте светленький какой-нибудь. И персик, и розовый возьмем, да? Значит, ну тогда нам потребуется кисточка для смешения, кисточка для градиента, и она у нас одна единственная, а это кисточка 4, четверочка, да? Значит, давайте на просушенную базу, правильно же? Мы подразумеваем с вами, что база у нас уже просохла. Так, 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 нам нужна салфеточка, сейчас мы достанем. Салфеточка. Значит, на просушенную базу мы с вами наносим, получается, цветное покрытие. Правильно же? Так, ну давайте, какой цвет будет вверху? Ну давайте розовенький, вы не против? Так, одна третья часть примерно, это будет розовый оттеночек. Коллекция еще раз птичка перелетная, 468 номер. Это у нас розовый, да, розовый горизонт. Хоризонт. О, что-то такое на розовом. На самом деле можно было бы сейчас смешать и с белым. Но мы просто белые разводы сюда добавим. У меня тут потихонечку телеграм каналы срабатывает. Так, добрый день, здравствуйте. Так, ну, судя по тому, что кто-то все-таки есть в эфире, да? Все хорошо, все слышно и видно. Ну да, и мы с вами... Гордиент мы будем делать с вами сейчас в один слой, потому что будут еще неоднократно добавляться промежуточные всякие этапы. Поэтому постараемся аккуратненько с первого же раза смешать эти два цвета. Я просто посерединочке, видите, подмешала немножечко верхний цвет, опустила вниз на нижний. Вот так аккуратно. И теперь э, прошлась по ноготочку сверху вниз, э, еле-еле-еле задеваем лаковое покрытие, да, получается гель-лаковое покрытие. Я обычно туда обратно чуть ниже, туда обратно чуть ниже аккуратненько натягиваю верхний цвет на нижний цвет. Все, даже знаете, они такие легкие цвета в переходе, что даже практически незаметно вообще, что это два разных оттенка. Так, просушиваем, просушиваем. Давайте сделаем, например, белый вариант, если вы не против. Причем, по большому счету, можно даже сразу с разводами какой-нибудь затворить. Так, сейчас я прикреплю типсик. Так, прикрепились. Так, и давайте, например, беленький да, фон сделаем. белый, да? Можно было бы молочный, например. То есть можно было бы смоделировать, допустим, молочной базы сразу фон. И потом сделать эффект мрамора. Сначала молочный фон просушить, потом нанести, например, мы будем пользоваться слайдер-топом. Слайдер-топом и слайдер-топ, и по слайдер по мокрому слайдер-топу да, сделать фиксические разводы. Значит, ну давайте. Значит, мы сюда, например, с вами подготовим слайдер какой-нибудь, видите, вот с такими вот линиями, вот оно как раз-таки как закручивается здесь, да, или, например, вот здесь можем из серединочки достать, видите, как сильно отражается, да, вот, вот такие вот штучки, дрючки мне очень нравятся, прикольно смотрятся. Так, ну давайте, например, вот мы сейчас сюда приготовим и будем уже понимать, на что мы будем ориентироваться. Так, вот это вот посредине. Значит, у нас мрамор и золото. Это слайдер, слайдер дизайн, да? Если кому интересно, 116 номер. Вот я положила на мокрую салфеточку. Пусть пока лежит здесь. А мы с вами готовим гирлак, который будем наносить в виде разводов на поверхность. Так, ну, прежде всего, конечно же, нам потребуется база. Потому что мы гирлак будем смешивать с базой. Так, вот у меня капельку базы. Вот так возьму сейчас. Это чтобы с белым смешать, это чтобы с черным смешать. Вот так сразу. Две капельки базы. Так, и подмешиваем. Сейчас мы сюда и капельку черного. Ну, это для белого фона нам потребуется. а сюда капельку белого. Так, какие кисточка будем пользоваться? По большому счету можно кисточкой любой пользоваться. У меня тут вот под руками попалась кисточка троечка мазок, хотя можно взять двоечку мазок, ноль мазок. Абсолютно не принципиально важно. Так, и рисовать мы будем по мокрому слайдер-топу. Но сначала, но сначала капельку базы мы смешиваем, вернее капельку белого гель-лака смешиваем с базой, чтобы цвет был такой молочный, полупрозрачный. Так, а вторую капельку базы смешиваем с черным гель-лаком. Это мы подготовили цвет для белого фона. Смотрите, база, жидкая база, обыкновенная жидкая прозрачная база, я думаю, что в любой гелевой системе такая база есть, правильно же? И полупрозрачный черный цвет. База, смешанная с гель-лаком. Так вот, мы знаем и вычислено опытным путем, что база, смешанная с гель-лаком, шикарно растекается по слайдер-топу. Может быть, вы работаете на каких-то других гелевых системах, и у вас будет какой-то другой гель, по которому растекается. Ну, это вы уже наверняка тогда уже сами знаете для себя. Ну, а мы будем пользоваться слайдер-топ. Итак, слайдер топ. Я нанесла цветное покрытие в один слой. Да, вы же видели. В один слой. Потому что здесь довольно-таки сейчас вот один промежуточный этап будет, потом второй. Поэтому я, в принципе, как бы взяла два цвета, которые очень легко смешиваются, чтобы мне нужно было там долго-долго мучиться. Буквально один раз прошла сверху вниз кисточкой для градиента. И цвета перемешались между собой. Так, слайдер топ, как промежуточный этап, мы с вами наносим совсем-совсем тонким слоем. Если вдруг какие-то вопросы у вас есть, девчат, вы можете писать. Я все равно тут вот периодически смотрю на экран, чтобы не уйти с экрана, и периодически читаю сообщения. Так, ну что, по мокрому слайдер топу. Сейчас можно взять значит, слайдер, который мы будем использовать сейчас в работе, можно вот так посерединочке приложить и наметить линии, да, которые, например, потом я еще раз повторю. Ну, вот так вот, если я сделаю, да, то видно вот эти вот изогнутые дугообразные линии, как бы идут в сторону, вниз. Вот, я поэтому сейчас примерно так же нарисую линии с помощью гель-лака, смешанного с базой. Например... И знаете, такой дизайн совершенно нельзя испортить, потому что ну разводы, разводы на заднем плане. То есть ничего такого сверхъестественного. Кисточка у меня в руке потолще. Так, вот тут вот, 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 вот так вот сюда пойдет линия, вот сюда. Это разводы, которые мы обычно вот на базовом курсе художественной росписи мы рисуем мрамор. И вот как раз-таки по мокрому слайдер-топу, по мокрому слайдер топу рисуем ну как бы сначала линии которые расплываются на заднем плане потом линии дублируем для переднего плана что-то у меня никак не идет не очень удобно но и тем не менее сейчас подстроюсь конечно так. я просто на самом деле вот аккуратненько так давайте например вот сюда вот выведем эти линии хотя на самом деле если честно говоря, не принципиально важно. Что-то будет, останется видным, что-то видным не останется. Но вот для вот с этими разводами в любом случае дизайн будет смотреться ну, более сложным. Более сложным. По мокрому слайдер топу. Пусть немножко растекается, ничего страшного. Можно взять даже гель-лак в чистом виде, беленький. Так, Чистом виде и немножечко добавить конкретики. Так, вот сюда уйдет линия, так, вот сюда. Такой, знаете, получается, как дым расплывается и расплывается. Ну и замечательно расплылся. Так, просушиваем. А по белому. Давайте мы, например, придумаем, какой мы слайдер сюда добавим сейчас. Так, нужно что-нибудь белое с черным. Тут есть такие интересные штучки. Видите, вот белый с черным. И можно еще один взять. Даже можно как продолжение сделать. Например, даже взять не один слайдер в работу, а два. Не видите, такими кубиками лишнюю бумагу обрезаю. Лишнюю бумагу. Так, это будет один вариант. Так, и давайте я в той же теме продолжу. Вот видите, вот опять такой же похожий. Белый, черный, золотистые разводы. И такой еще один. Лишнюю бумажку пообрезаем. Ну, лишнюю бумагу, когда обрезаете, как бы это убираете лишний ненужный да, бумажный носитель. Смысловую нагрузку, которая в себе совершенно не несет. На, на мокрую салфетку положила. Так, первый вариант. В принципе, не знаю, устраивает, не устраивает. На самом деле, как бы... Ничего страшного. Вот как получилось, так и получилось. Потому что сейчас все равно э, слайдер займет место посерединке. Э, ну, может быть, мы чуть-чуть там сместим этот слайдер в одну или в другую сторону. Но если парочку линий добавить, я думаю, ничего страшного не случится. Здравствуйте. Привет, девчата. Это подняла голову. Тут вот мне написали здрасте. Я отвечаю здрасте. Со стороны, наверное, выглядит, что такая немножко чок чокнутая старушка. Так, значит, здороваюсь, да, как бы непонятно с кем. Так, наношу опять же слайдер топ. Слайдер топ. Рисовать буду по мокрому слайдер топу гель-лаком смешанным с базой. Не надо жирный слой наносить. Белый цвет я тоже нанесла в один тонкий слой обыкновенный, да, потому что белый гель-лак от компании Эми ложится очень плотным цветом. Вместо гель-лака белого, белого лотоса 001, можно было взять, допустим, альпийский снег. Это тоже широко известная гелевая краска от компании Эми. Альпийский снег. И можно было как раз-таки нанести <клёх> Гелевую краску, правильно, как фон. Не обязательно гель лак использовать. Так, ну а мы тем временем нанесли слайдер топ. И теперь по мокрому слайдер топу мы берем черный лак черный глянец. А вот уже рисовать так лучше, конечно, не гелевыми красками, а гель лаками Но в данном случае. Потому, почему? Потому что гель -лаки, они легче расплываются. В любом случае они намного жиже. Правильно же? Да, правильно. Я думаю, что вы мне ответили. Ну, как же так, 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 так. что бы нам тут придумать? Ну, тут, в принципе, у нас там картинка бело-черно-золотая, поэтому, значит, все равно как мы положим наши разводы. Так, смотрим. И, например, поехали. Ну, кисточка у меня потолще в руках, да, такая троечка мазок на самом деле можно было бы взять двоечку сейчас или ноль мазочек, это не принципиально важно. Важно, что мы черный гель-лак смешали с базой, а рисуем по мокрому слайдер топу, видно? И получается, что линии, естественно, у нас растекаются, расплываются потихонечку. Вот, и вот этот вот эффект по мокрому, да, эффект. У нас, например, курсы вот, в онлайн-курсе, допустим, да, есть у нас же все, множество всяких разных направлений технических курсов у компании Эми. И, например, мрамор занимает, естественно, отдельную позицию, отдельный урок прямо в художественной росписи азбука линий. Мы девчонками, конечно же, в классе обязательно посвящаем мрамору внимание, потому что, ну, это, знаете, как вот есть много клиентов, которые Классно цветочек, классно веточка, классно зайчик, там бабочка и так далее. Но мне кажется, может быть, конечно, у меня клиенты такие были, что все равно, как бы клиенты, ну, как бы, многие говорят: мне вот это не надо, никаких цветочков, давайте какую-то лучшую абстракцию. И идет вход, все там, допустим, какие-то геометрические построения, да, какие-то вот такие вот линии незамысловатые по мокрому, да, то есть мы делаем такие разводы, вообще, что такое мрамор, это камень, да, а линии, которые мы рисуем, это как трещинки на мраморе, правильно же? Так, здесь предлагаю больше ничего не делать, потому что дальше мы уже прикрепим слайдер и уже будем потанцевать под наш слайдер. Поэтому э, слайдер мы будем прикреплять, конечно же, на слайдер топ. Но тут вот в чем ситуация. Смотрите, мы рисовали по слайдер топу, по мокрому. И по большому счету, дисперсионный слой здесь довольно-таки хороший, очень липкость хорошая. Поэтому, в принципе, я бы, например, не стала. Потому что если, например, я добавлю слайдер топ, то это просто лишняя толщина будет. Если не буду добавлять, в данном случае никакой ошибки не будет, потому что мы с вами рисовали все по слайдер топу. Правильно же. Так, ну что. Сейчас можно, чтобы четко попасть туда, куда мне надо, можно, конечно же, взять штампинг да, для стемпинга. Так, и, например, я вот сейчас смотрю. И вот таким вот образом по центру цепляю слайдер. Видно? И если присмотреться, разводы на дальнем плане, вот у меня прям практически совпадают, например, вот с этими линиями, которые я вижу на слайдере. Так, ну а тем временем я подсушиваю, конечно же, прикрепили мрамор, ой, господи, слайдер на липкий слой, да, слайдер топа. Так, здесь что у нас, смотрим. Значит, я могу точно так же сейчас взять значит, в чистом виде гель-лак. Где-то немножечко подчеркнуть линии, которые расплылись у нас, да, то есть как бы, ну, подчеркнуть вот эти трещинки на камне. Можно вот так через весь ноготочек. Так. Давайте вот сюда приду, да, вот они соединились и дальше пошли вместе. Я, знаете, как бы вот техника по мокрому рисуем мрамор. Ну вот все же знают чудесную программу Pinterest. Да? Там тоже очень много предлагается вариантов. Программы, в которой можно найти все обо всем. Там тоже много предлагается вариантов. Где-то кто-то рисует мрамор с очень большим количеством линий. Кто-то предлагает чуть меньше количества линий. Ну, не знаю. Мне кажется, вот самое главное, чтобы их не было очень много мелких, коротких. Потому что ведь на самом деле, если посмотреть на мрамор, Разные разные варианты есть, ну вот на настоящий мрамор, да, прямо на кусочек камня. Вот. А видите, если брать глыбу в таком ну, в глобальном масштабе, да, там глыбу камня, значит, то конечно там миллион этих всяких линий. Но если брать размер нашего ноготочка, то тут же ж он маленький, особо не разгуляешься. И если нарисовать много-много линий, количество, я имею в виду, да, это сильно будет, конечно, бросаться в глаза. Вот, поэтому, а сейчас мы просто пытаемся даже мрамор сделать как фон. Поэтому, ну, две-три линии нарисовали на заднем плане, и замечательно. Так, все, слайдер здесь у нас, видите, прикрепился вот этой верхушкой. Нам нужно будет все это дело доработать. Для того, чтобы перекрыть топом безостаточной липкости, надо, конечно же, вспомнить о том, что у слайдера нет никакой липкости. И чтобы было хорошее сцепление с последующим каким-то топом, который мы будем применять сейчас для дизайна, конечно же, надо слайдер будет обработать ультрабондом. Обязательно. Ультрабонд. Ультрабонд никакой толщины нам не дает. Ультрабонд просто работает как двойной скотч для того, чтобы было хорошее сцепление. Правильно? Так, теперь, значит, э, э, высыхает на воздухе, и мы перекрываем с вами топом без остаточной липкости. Это будет теклас. Глянцевый топ без остаточной липкости в нашем случае это теклас. В вашем случае, может быть, вы, если работаете на каких-то других материалах, значит это будет глянцевый топ без остаточной липкости. Значит, для чего мне это сейчас нужно? Помните, что я всего лишь, в принципе, цвет у меня в один слой нанесен, да? По мокрому слайдер-топу сделала разводы и слайдер прикрепила. То есть, как бы толщина не будет никакой бешеной толщины, то есть, как обычное покрытие, то есть, ничего сверхъестественного. Так, покрываем теклосом, просушиваем сушим одну-две минуты. Надо просушить прям подольше. Так, ну и здесь у нас то же самое, да, мы рисовали по мокрому слайдер-топу. Белый цвет у меня нанесен в один слой, плюс слайдер-топ мы сделали разводы, да, как будто, вот, как будто вроде у нас мрамор. Вот, и прикрепляем, прикрепляем сейчас слайдеры. Они у нас такие бело золотистые какие-то такие интересные и мы конечно же потом их попытаемся немножечко доиграть так один сюда. Он даже будет немножко незаметен. Один сюда. Мы просто как-то с вами попали прям в этот. Скажите куда? Тон в тон прям практически. Чуть-чуть промазала, не видно было. Вот так, на слою немножечко. Так, ну это, конечно, придется немножечко убрать. Ну что же сделаешь? Так, сейчас я возьму бафик. Ну, конечно, надо сначала подсушить, потом убрать. Но буду убивать сразу двух зайцев, потому что не очень удобно. Это я сейчас тут за пределами камеры бафиком с краешку прошлась, чтобы вот здесь ничего лишнего не выглядывало. Так, все, просушиваем. Просушиваем. Так, обязательно обрабатываем ультрабондом. Ультрабондом. Как раз таки вот здесь вот лишнее, да, вот тут вот где-то вот аккуратненько. Так, ультрабонд. Высыхает на воздухе никакой толщины не имеет, это я вот уже говорила, да, об этом. И перекрываем топом теклос, потому что мы продолжим сейчас с этим совсем работать. Топом теглас. Тонкий, тонкий, очень тонкий. Все промежуточные этапы, конечно же, стараемся наносить очень тонко, практически с продиранием, практически втирая топ в предыдущий слой. Ну, дизайны, видите, они такие, что предусмотрено все равно, как бы, да, что вот, чтобы сделать красиво, надо, конечно же... И чтобы это, мало того, что красиво, она должна еще и держаться. Поэтому, конечно же, нужно постараться все наносить очень тонко. Так, ну тут осталось нам совсем чуть-чуть. И, значит, что нужно сказать. Я хочу сейчас отпечатать фольгу на гелевую краску. Гелевая краска, черный тюльпан. Я тоже думаю, что многие знают, что мы работаем... Хотела просто быстро найти классические цвета. Так, классические цвета. Черный тюльпан, черный тюльпан. 5 мл стоит 670 рублей, 10 мл в тюбике 850 рублей. Черный тюльпан, краски гелевые. Это единственный гель, на который шикарно отпечатывается фольга. Значит, есть, как бы, видите, вот это все гелевые красочки, вот как раз таки. Раньше их было великое множество. Я думаю, тут есть, наверное, мастера, которые давно работают с компанией, ну вот с материалами Эми сколько выходило разнообразных гелевых красок, сколько всевозможных наборов, пастель звенит, там, глэм леди, там всякие, господи, City Woman, да, там тропический стат, столько всяких гелевых красок было, миллион. сейчас, конечно, остались классические, те, которые больше востребованы. Вот, но черный тюльпан – это все гель всех времен и народов, на который шикарно отпечатывается фольга. В своих мастер-классах мы еще, не буквально недавно, вышел гель, на который хорошо отпечатывается фольга, у меня немножко потерлось название, Multiple дизинг гель. Я его пыталась шутить, говорила, мультипли гель, мультипл гель, мультик гель, девчонки, технологи. Юлечка Готовцева называет так мультик гель. Это гель-клей, на который тоже хорошо печатается фольга. Но в отличие от черного тюльпана, этот гель-клей-гель, -гель, он прозрачный. И он классно его использовать в стемпинге. Видите, он прозрачный. А вот чтобы нарисовать конкретные тоненькие линии, отпечатать на них фольгу, все-таки лучше использовать черный тюльпан. Не буду показывать на камеру свою уже практически закончившуюся баночку черного тюльпана. Вот, потому что это будет, во-первых, некрасиво. Поэтому я только на пальчик нанесу. Так, баночку убрала. Черная гелевая красочка, черный тюльпан слипким слоем и сразу оговорюсь, вот может быть нас смотрят девчата, которые проходят онлайн обучение, очень много э, дизайнов э, у Кати, вот в, в курсах было записано, прописано именно про черный тюльпан, то есть э, не знаю, вот очень трудно, когда спрашивают, чем можно заменить, а ты не знаешь, чем заменить, потому что живешь в Эми и работаешь только с материалами Эми. Так, девчата, у меня теклас вот на всякий случай, на всякий случай, чтобы фольга нигде-нигде не отпечаталась, только там, где мне нужно будет это мне, я возьму бафик. Видите, бафик и забафим поверхность. Бафик любой, который ну, как бы в работе используете, это лишь для того, чтобы просто убрать глянец, потому что мы перекрывали текласом. Теклос это гель-лак, прежде всего гель-лак, он мягкий, пористый. И вот чтобы наверняка-наверняка работа была аккуратненько, чистенько, чтобы фольга нигде не отпечаталась, убрала с камеры, чтобы у вас голова не закружилась. Вот, значит, ой-ой-ой, у меня у клиентки ноготь отчасти отвалился, прямо с ногтя. Да, елки-палки. Так, теперь, конечно же, я еще и уронила клиентку. Ну, конечно же, мы сейчас ее реанимируем к жизни. Неудобно бафить э, типсик, прикрепленный к типсику. Так, ну все, больше тогда не буду бафить. Так, это у меня один вариант. Буквально чуть-чуть сняла блеск с поверхности. Так, и второй вариант. Ну, кто не помнит, беленький, да, фон с разводами и с двумя слайдерами на поверхности. Я точно так же взяла и сняла глянец. Ну, на всякий случай, понимаете? Просто потому что гирлаки это пористый материал. И мало ли, вдруг мне нужно будет сильно-сильно нажать чтобы фольгу хорошенечко отпечатать. И а она где-то еще пропечатается. Не надо, мне хочу, чтобы был порядок. Так, все. Теперь беру безворсовую салфеточку. С помощью обезжиривателя вытираю пыль, пыльку, которую мы запилили, напили, напылили. Так, вытираем. Вытираем. Так, ну и теперь кисточка, конечно же, какая? 5 дробь 0, 5 дробь 0. Можно взять белую синтетику в работу, можно взять черную синтетику в работу. Белая синтетика, она чуть мягче и короче, черная синтетика чуть жестче и длиннее. Ну, как говорится, кому как больше нравится, правильно же? Так, ну что, поехали. Пока уберу все. Так, я надеюсь, видно. Сейчас вот видите, вот эти картинки золотые, вот они сейчас там, получается, остаются под запиленной поверхностью ничего страшного вот и я теперь аккуратненько буду продолжать те линии которые вижу мы не будем рисовать много это я там пока готовилась э -э фигачила тренировалась чтобы если уже опозориться то не очень сильно знаете когда вот показываешь на камеру что-то если не потренировался перед этим казалось кажется даже самый простой вариант дизайна Ой, не получится, а если получится, то плохо, позорно как-то. Поэтому всегда стараюсь подготовиться, сделать несколько вариантиков, штучек, в цвет разный, там расположение разное, чтобы, знаете, как бы наверняка, да, ну, не опозориться, чтобы наверняка получилось. Так, вот тут вот линии продолжаются. Слушайте, я пока разговаривала, хотела нарисовать две линии, а сама опять вот это вот глумлюсь тут. Уже 22. Как обычно, знаете, держите меня семеро, чтобы было дорого и богато. У нас же ведь так положено в Ростове-на-Дону, дорого-богато. И знаете, вот э, сейчас же как бы говорят о том, что типа модно, не модно, уже не делают там дизайны. А вот, э, согласна. <н> Но и тем не менее, если уже начал, ну давай еще вот это добавим, вот это добавим. Я не знаю, мне кажется у многих мастеров так я конечно могу ошибаться но считаю что если уже сделала да не надо на всех пальцах можно на одном пальце но чтобы все лучше и сразу ну вот смотрите то есть вот эта вот картинка которую вы видите на заднем плане она конечно сейчас встанет в один разрез с нашим дополненным дизайном просушиваем сколько по времени будем сушить ну если лампа новая девчат мощная хорошая Суперская. Можно, конечно, обойтись и 30 секундочками. У меня лампа довольно-таки давно уже в работе, поэтому я буду сушить одну минуту. И если вы, например, вот если есть у вас слайдер топ, да, вот сейчас прочитала, вот Марина говорит, только что купила там слайдер топ, да, купила слайдер. А, этот слайдер. А, я поняла, картинки эти. Угу. Это для любителей что-то на дорогом. Дорого-богато, да? Так, здесь тоже у меня вот две картинки. И я вот постараюсь сейчас продолжить вот эту вот золотую тему, которую вижу вот здесь вот на слайдере. И вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот продолжу. Вот сюда, вот сюда можно даже вывести. Так, можем добавить дополнительную какую-то линию которая также проходит через эти два слайдера и уходит вниз, правильно же? Так, если клиент носит золотые украшения, то, конечно же, золото очень будет даже в тему. А если, например, клиент не носит золотые украшения, предпочитает серебро, то тогда, конечно, лучше в таком варианте использовать что-то серебряное, не даже несмотря на то, что у слайдера там золотая такая слава. Так, оно ну мне вот-вот-вот-вот-вот куда-то вот, 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 как куда вот отсюда, вот сюда не хватает. Ну, тут уже, опять же, понесли ботинки Митю. Все как положено. Если уж блестеть, так, чтобы сороки унесли. Так вот клиентки вот так накрутишь, навертишь, да, и потом боишься. Вот идет она домой, а ее сороки уносят. Так, ну все, хватит. Просушим одну минуту. Так, по поводу фольги. У нас тоже было разных. В свое время у компании ими много было разных вариантов золота. И восточное, и белое, и цвет шампань. Но самое-самое живучее – это благородное золото, желтое золото, которое всегда идеально отпечатывалось у всех абсолютно. Вот. И мы сейчас точно так же возьмем большим пальчиком нажмем. Что такое фольга? Фольга это получается как бы ленточка, да, такая с напылением. И вот это напыление золотистое мы с вами нажимаем и переносим. Знаете, это в классе всегда раньше... Что-то мне сегодня воспоминания какие-то ударилось. Я раньше в классе все время вспоминала в этот момент о боге ногтей гипонихии. Говорила о том, что спасибо богу ногтей гипонихию за то, что все отпечатается. И он обязательно помогал. Нажали, подержали, оторвали. Вот, смотрите. Так, остается нам, по большому счету, только закрыть топом. Сейчас я пока в сторону отложу. Второй типсик отпечатаю. Тут немножко, конечно, побогаче будет. Большим пальцем нажали, подержали, оторвали. Не надо нажимать со всей дури, чтобы у клиентки сломался, да? Ноготь от ложи, отскочил. Нажали, подержали, оторвали. Так. Мрамор получился? Я считаю, что получился. Ну вот сам себя не похвалишь, кто еще похвалит? Мрамор, мрамор, правильно? С разводами, с красивыми, с золотыми. Все как положено, все как заявили в названии. Так. И опять же, знаете, у нас это, это в лучших традициях Так, так, так. Очень это сейчас я подняла голову. Очень руки хватают с такой красотой. Ага, спрашивают, спрашиваю, где делали ногти. Точно. Значит, да, где такое делают? Не, пойдем туда. Нет, ну, короче, мы пытаемся нашу тему золотую, как бы, да, мрамор, золото, все так, все дела. Слушайте, что мне хотя вот этот вариант. Вот этот, конечно, может быть перебор с золотом, но вот этот мне очень понравился. Такой прям тоненький, изящный получился. Так, ну, что сюда можно добавить, можно взять какой-нибудь шармикончик с очень мелкими названиями, с такими названиями, чтобы вот совсем практически было их не видно. Вот 253, по-моему, флай, да, летать. Тут вот птички есть разные, там какие-то вот перышки, свобода, легкость, что-то там туда-сюда. Ну, короче, вот про тема про, лет, про полет. Я, кстати, пыталась сделать... Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Вот на любом градиенте, это я, кстати, отпечатывала на задний план, на дальний план отпечатала, скажите, золотой лак для стемпинга. У компании Эми вышел золотой лак для стемпинга, номер 13. Номер 12 был серебряный, а теперь вышел еще золотой, видите. Вот, то есть, как бы, если видели, не видели, но реклама, в принципе, широко прошла, поэтому э, думаю, что наверняка же видели, естественно. Это лак для стемпинга золота, да, номер 13. То есть, вышел прикольно, кстати, вот, для осени это, конечно, вообще будет супер. Короче, я сделала градиент, видите, персик голубой, вот, и отпечатала на задний план мелкий рисунок со стемпинга с пластиной. Знаете, какой, я вам сейчас скажу. Это номер 16. Даже вот пластинку еще не успела вытереть. Это самая последняя пластина, которая выходила. Так, сейчас я вам даже скажу, как она называется. Вдохновение, что ли? Сейчас найдем. У меня же каталог под руками. Да, вдохновение, видите, вот. Пластина номер 16, вдохновение. Тут вот сердечки есть, всякие такие вот абстрактные варианты. Очень мне нравятся там, где вот эти вот всякие вот гази... газеты. Господи, скажите, те... буковки, слова, строчечки, как газетный принт, журнальный принт какой-то. Прикольные вот эти дела. Вот, то есть получается, пластина для стемпинга номер 16. Кстати, вот золото, видите, отпечатывала, пробовала. Так, и вот варианты дизайна. Добавила сюда, видите, там минимум расходов получается. Вот шармикончик, флай. <laughs> Читаю шармикон, фасовщик номер 7. Обязательно. Думаю, что это очень хороший человек. 253, флай. Видите, вот, короче, градиент. Золото на задний план, вообще любой рисунок. Видите, абстракция такая. Ну, естественно, полосочки черные, золотые и плюс шармикончики, наклеечки именно с шармикона Fly, полет. Так, ну это так, чисто я вот так вот сейчас на секундочку оставлю, чтобы можно было сфотографировать, правильно же? Сфотографировать просто как для идеи. Птички летят, прикольно смотрится. Так, а мы с вами возвращаемся к нашему золоту. Так, и значит еще есть такая у нас изящество, изящество. Шармикончики тоже видели. Это с большим-большим количеством мини вот всяких вот маленьких фразочек. Я тут пыталась 249, да, номер, по-моему, 249. Изящество, изящество. Вот я много, как бы, уже времени провожу прямые эфиры и девчонкам в классе тоже говорю о том, что вот эти мелкие буковки, мелкие словечки, мелкие такие вот фразочки, они очень сильно э -э, осовременивают дизайны. То есть куда бы ты ни прилепил, все равно прикольно смотрится, даже если там особо не видно, что там написано. Плохого ничего не написано, я вас уверяю, никаких плохих, плохих слов здесь нету, вот. Поэтому э, дай бог здоровья Катерине Николаевне Мирошниченко, она тоже не любит вот такое всякое плохое, поэтому э, можно взять любую какую-нибудь там фразочку отсюда прилепить и будет нам счастье. Смотрите, я просто у меня есть открытая, мелкие мелкие какие-нибудь фразочки и выражения. Можно куда-нибудь... Оно даже, знаете, особо в глаза бросаться не будет, но смотрится по-взрослому. Знаете, вот делается легко, а выглядит прямо дорого-богато. Хотя на самом деле ничего тут сверхъестественного нет. Видите, вот я сейчас сюда на пустое место приклею. Там даже непонятно, что написано вообще в принципе. Она а мне не надо. Все, и закрываем топом. Получается сверху у нас ложится топ. Ну, топ девчат может быть абсолютно любым, какой вам больше нравится. Я сейчас возьму, наверное, для красоты. Это будет, наверное, ультрашайн, потому что... Ультрашайн, сейчас секунду, вот видите. Ультрашайн, ультраблеск. Ну пусть уж блестит, не знаю. Не вижу смысла закрывать матовым топом, потому что у нас тут довольно-таки большое количество фольги. Ну, если как бы клиент не очень любит, допустим, очень много блеска, ну, можно, конечно, приглушить и матовым топом. Ну, можно изначально чуть меньше полосок нарисовать или наоборот, да, давайте побольше полосок нарисуем, а потом закроем матовым топом. Не так сильно блестеть будет. Это все равно, что положите мне в чай 8 ложек сахара и не перемешивайте. Я не люблю сладкое. Вот, поэтому как бы считаю, что, конечно же, глянцевый топ самое то, что нам нужно сейчас в данный момент. Ну, если есть любители матового топа, почему бы и нет, можно перекрыть и матовым топом. Так, я предлагаю сюда ничего не приклеивать на второй вариант, потому что у нас тут и так все дорого-богато. Сейчас я тут немножечко вляпалась в гель-лак, вытру палочку. Так, и перекроет этот вариант. Опять же взяла ультрашайн. Даже та фольга, которая у нас осталась на заднем плане, начинает, конечно же, блестеть. Сейчас я уже смотрю и думаю, ну, блин, вот ту надо было линию не дорисовывать, вот ту надо было линию не дорисовывать. Ну, вот как же ж? А как же дорого-богато, все лучшее сразу, правда же? Немножечко я даже сейчас расстроилась, потому что меня могут сейчас э, не очень доброжелатели закидать тапками, сказать, я им слайдеры приклеивала и так далее. Правда же? Я, наверное, сейчас... Сама для себя буду большим критиком, чем кто-либо, потому что многовато добавила линии, на которые отпечатывала фольгу. Вот этот первый вариант мне очень нравится. Так, ну и давайте мы, конечно же, сейчас прикрепим все это дело на листочек. Я возьму немножечко фотофикса, сейчас прикреплю сюда к вам на листик. Так, давайте я вот эти тоже варианты прикреплю. Мы хоть их не делали сейчас. Но это просто вот прикольная тема. Именно шармиконы, которые называются Fly, Давайте их вот сюда приклею. На заднем плане стемпинг золотой, новый лак для стемпинга. На заднем плане отпечатан. О, вот так пока. И будет хорошо видно, правда же? Так. Ну и вот эти красивые наши штучки-дрючки. Конечно, когда делаешь не на камеру, вот, допустим, готовишься, я что-то попробовала сделать, и мне очень понравилось. И поэтому делюсь с вами. Так, например, белый вариант, тот же черный вариант. Спасибо большое, Мариночка, что поддержали, поддерживаете. Так, сейчас, сейчас, сейчас чтобы было видно в любом цвете, правильно же? Так, это, кстати, как будто вот камуфляж, да, просто на базе камуфлирующей использовала для имитации, э, значит, э, камуфлирующей базы 151 гель-лак. Так, так. И сегодняшний вариант мы сейчас сюда положим. Один с этой стороны, другой с этой стороны. И вот этот прям, знаете, прям зашел, прям красиво получился. Вот такие вот красивые разводы. Иногда, знаешь, когда, знаете, когда стараешься сильно-сильно, изо всех сил. Вот, и не очень хорошо получается. А когда вот бы руку, еще так же неудобно, чтобы со всех сторон было. Оно раз и красиво. Так, Итак, наша мраморная золотая тема на сегодня, как бы, да, вот такие вот варианты. Я думаю, что мы, в принципе, ответили на тему. Понимаете? Давайте. Вот я так крепила, крепила. Сама понимаю, что плохо видно. Блестит, переливается. На мы, на мы, на мрамор. Начинается. Вот так вот. Вот. Так. Вот так. И на дорого богато, тоже есть любители. Все и сразу. Да, согласна абсолютно. Итак, девчат, слайдер 116, мрамор, золото. Добавили в работу, плюс добавили в работу, конечно же, шармиконы. Добавили в работу вот на первых два вариантика, которые видите вот здесь. Вот это пластина для стемпинга вдохновения, 16 номер. Вот, и шармикончики с названием Fly, да, летать. Очень прикольная тема, но мне там больше нравятся даже не птички, а именно всякие маленькие надписи. Так, ну что, всем спасибо, всем спасибо, я надеюсь мы были для вас полезными. Увидимся в следующий четверг, в это же время. Значит, всем хорошего дня. У нас потихонечку заканчивается июнь. Так это забавно, как это быстро летит время. Но впереди еще и целый июль, и август, и даже немножко сентября теплого. Всем всего хорошего, побольше всем денежных клиентов. Удачи и до встречи. thank mm -hmm.